Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой молитве, в этой трансляции с нами. Пусть Бог благословит вас обильно. Сегодня вторник, 12 апреля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы верим в силу молитвы, поэтому каждый день молимся и просим у Бога направление, мудрость, силу, и это мы сделаем сейчас. Это момент молитвы, давайте обратимся к Богу, давайте помолимся нашему Господу сейчас. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Мы верим, мой Господь, что Ты нас слышишь, и поэтому мы просим, благослови сегодняшний день. Благослови, мой Господь, и иди впереди каждого из нас. Мы нуждаемся в Твоем направлении, нуждаемся в мудрости, нуждаемся в силе, в Твоей защите. Поэтому мы молимся и мы просим у Тебя помощи. Благослови, мой Бог, этот вторник. Пусть этот день будет для каждого из нас успешным благословением во имя Господа Иисуса Христа. Благослови, мой Бог, всех работников, которые молятся с нами сейчас. Благослови, мой Господь, водителей, преподавателей, мой Бог, всех работников, врачей, адвокатов. Благослови, мой Бог, этого человека, который собирается сейчас поехать на работу. Благослови и защити его. Поставь Твоих ангелов вокруг него, чтобы защищать, чтобы, мой Бог, не только его, а его семью, его друзей. Это то, что мы просим, Господь, у Тебя. Благослови сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за дыхание жизни. Благодарим, мой Бог, за Твою заботу о нас, за то, что Ты с нами, всегда нас благословляет, защищает. Спасибо, мой Бог, Тебе мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. И отдаем сегодняшний день в Твои святые руки. По вере провозглашаем, что этот день уже благословлен Тобою. И также молимся, мой Бог, за нашу страну. Молимся за Кыргызстан. В Твоем слове написано «Блажен народ, у которого Господь и есть Бог». Благослови, Господь, нашу страну. Исцели нашу землю. Благослови, мой Бог, мы молимся за правительство, за президента, за всех людей, которые имеют власть в нашей стране. Благослови их, Господь. Направь их. Дай им идеи, мудрость. И мы провозглашаем по вере, что в этом году наша страна будет развиваться, будет прорыв, будет победа в Кыргызстане, Господь. Мы молимся также за другие страны бывшего Советского Союза. Просим, чтобы Ты благословил Твой народ, защитил Твой народ. Молимся о том, чтобы был мир между Россией и Украиной, Господь. Мы отдаем в Твои святые руки нашу страну, и благословляй, мой Бог, нашу землю, благословляй нашу страну во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья,
Я верю в эту молитву, вы верите? Я верю, что Бог благословляет сегодняшний день, и Он уже в помощь, Он уже благословляет и нас во имя Господа Иисуса. Я хотел сейчас передать вам направление о том, что написано в Слове Божьем. Вот что написано здесь, это книга Второзаконие, в первой главе, в 31 стихе, в Библии написано вот так. «И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы приходили до пришествия вашего на сие место». Дорогие друзья, не важно, сколько проблем мы встречаем в нашей жизни, насколько они сложны, всегда у нас есть уверенность в том, что Бог, Он направляет нас, как Отец направляет своего Сына. До того, как прийти туда, где Бог приготовил для нас победу, Он направляет нас. Вы знаете, когда Сын, Он ходит рядом со Своим Отцом, и Ему не надо ни о чем переживать, Он в безопасности. Почему? Потому что Отец защищает Его. Он может рассчитывать на то, что Отец не позволит, чтобы что-то плохое произошло. И то же самое происходит с нами. Мы проходим через проблемы, через трудности. И, конечно, не всегда легко и даже невозможно, да, пройти через пустыню, если мы не бодрствуем. Нужно делать свою часть. Но мы знаем, что Бог направляет нас. И раз мы знаем, что Он направляет нас, защищает нас, о чем мы будем переживать? Ни о чем. Пустыня – это нелегкое место. Мы проходим через трудный момент, через битвы, гонения. Бывает момент отчаяния, но мы преодолеваем все это. И стоим в вере, потому что знаем, что наш Отец не дремлет. Наш защитник всегда с нами. И если вы верите в это, то поедете на работу сегодня или в город по делам. И кто останется дома тоже, поступайте вот так. Ни о чем не переживайте. Знайте, что ваш Отец с вами. И что все будет хорошо. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами, и добавьте вот эту фразу в ваших комментариях. Я выбираю уповать на Бога, мой Отец со мною. И это точно, дорогие друзья. Сегодня вторник, у нас в 18:30 будет молитва за восстановление здоровья онлайн. Вы можете присоединиться и молиться за исцеление, за освобождение. Хорошо? И завтра мы ждем вас в церкви. Мы будем искать Божье присутствие. Хорошего вам дня. Пусть Бог благословит каждого из вас обильно. Мы идем вперед, потому что знаем, что наш Отец, Он всегда с нами. До свидания. Thank you.